Друзья мои, всем большой привет! Это такой видеоролик о нашей сумасшедшей жизни. В общем, сегодня у нас случилась большая радость, и наконец-то наша мурашка отелилась. Ждали, но на самом деле отелился на раньше срока. Должна была 27-го, а сегодня, по-моему, 21-й или 22-й, что ли. Я даже не знаю, какой сегодня день. Вот, в общем, о том, как мы бегали тут с теленком, с Дойкой и со всеми остальными делами. Во-первых, Дойка есть стрим, внизу в описании на него ссылочка, потому что снимать я это просто не смогла и включила прямой эфир. И все, кто желающий был, посмотрел. И вы тоже можете посмотреть Дойку нашей мурашки, как мы тут корид устраивали. А все остальное насчет там, как мы обтирали, как мы туда бежали, как мы воду наливали, таскали и все-все делали. В общем, смотрите в этом ролике, так сказать, начало и продолжение для тех, кто видел стрим. Поехали. Слушайте, друзья мои, бегу к мурашке, вышел на улицу, а там ор. Час назад у нее были, ничего не было, наверное, отелилась. Опять проморгали, блин. Бегу, в общем, в коровник бегу. Стаса нет, уехал. Господи, как всегда. Что, в прошлый раз уехал, что в этот раз? Сейчас посмотрим. Бежала. А она уже все сама сделала, господи. Тихо, мураша, тихо. Ой, как бы она ее или его не прибила. Не знаю. Сейчас Стас придет, привяжем ее. Блин, вот надо же так проморгать. Были у нее час назад. Стас еще говорит, наверное, целиться собралась, вынь налила сильно. Да, моя зайка, да. Фу, ну ладно, хоть сама ничего не застряла нигде, слава богу. Она у нас мамаша такая. Ой, послед уже отошел. Вот это я опоздала. А вы говорите, роды у коровы. Пришел уже и все. Господи, хоть она на нее не наступила. Сейчас Стас придет, привяжем. Вон уже послед пошел. Сейчас там воды с сахаром дем ей. Тряпки принесла, сейчас обтирать буду. Фу, ну вот. Бежала. И сама опоздала. Так, начала вылизывать, слава богу. Я уже думала, вдруг это что-то она как-то... Ну, она у нас, мама, неопытная, первый раз. Начала вылизывать, то хорошо. Фу, еще как всегда фонарь сел. И уже вечереет. У нас есть лампа в коровнике, одна. Видно плохо. Вот такое у нас чудо. Чудо-юдо. Цветом вся в мурашку, в мамку вся. Оба три, вот я тряпку принесла. Фу, холодно, он мокрый. Да его не оботрешь, но он же просто. Оботрешь, прям растирай. Она же ему неопытная мамка-то. Какие они смешные. Сахар идем на килограмм. Взял два. Взял на три пачки принес. Воды теплые принес. Вот сахар, видите, как он все переживает. Да я еще не знаю, ну положи пока на. Все переживают, Дем принес 3 килограмма сахара, а вот забыл. Ой, ты какой красивый. Цвет прям, да, как у мурашки. Ромах, и ты тоже, да, но ты еще не скоро. Тебе еще подождать. Ты у нас опытная, вот Ромашка консультации дает через загон. А, свечу, простите. Да. Вот, скажешь, смотри, что у меня вывалилось, пап. Все. Она и полезала чуть-чуть и перестала. Она же не знает, что. Давай под хвост тоже посмотрим. Да себе под хвост посмотри. Сейчас, мурах, сейчас. Успеешь еще посмотреть. Ну, самое интересное, кто там. Это же важно. Это самое важное. Вон мурай, ромашки. Ромашки, дай, скажи. Ромашки, скажи, пустите меня, я все умею. Да, мурах, молодец, умница. Все сама сделала. И даже послед вышел, как хорошо. Ну, висит, вон уже на земле он валит. Оп. Да ты вечно, письку с этим, с пуповиной путаешь. Нет? По-моему, будет, да. По-моему, мальчишка. Ну вот. Ну ладно, будет тоже хорошо, чё? Чё? Да. Надо получше посмотреть. Может, ну, девочку там-то получше. Нужен, придется продавать. Ну,
Что там? Промах помогает. Ну ты что там не видишь, пилотка или, блин, стручок? Слышь ты, стручок, иди и смотри свои стручки. Пойду. Сейчас мы у нас черные, и еще еле шатается. Ну ты что? Ну все, все. Давай, давай с тобой вместе. Чуть-чуть. Все, устал. Короче, мы разглядели под хвостом получше. Это бычок у нас родился. Бычок. Друзья мои, никому бычок не нужен, продам. Все равно себе оставлять не будем бычка. Так, у нас проблемы. Мурашка кидается на теленка. Непонятно. Прям сильно кидается. То лижет его, а то прям мордой бьет. Отсаживаем. То ли это она его так воспитывает. Ну, походу. Мы обычно теленка оставляем с коровой где-то недели на 2-3. Чтобы корову 4 раза не доить. И теленок, чтобы всегда был соснул с мамкой. А потом через 3 недели нормально отсаживаем. Никто у нас, скажем так, не лезет потом лишний раз. Не было еще проблем. Сколько у нас? 3 раза было. Трое телят. Двое-трое. Это третий получается. Вот он пытается встать, а она его прям кидает мордой. Сейчас посмотрим. Наверное, придется его отсаживать, если она будет его обижать. Вон она ногами брычит. Че она его? Боится, думаешь? Да нет. Да не, мне кажется, она просто так переживает. Она первый раз, мама, не знает, как свои чувства выражать. Так, ну что, друзья мои, сейчас будем пробовать ее доить. Ну, чуть-чуть попозже немножко. Сейчас часок пройдет, она подуспокоится. Вроде она так ничего. Посмотрим, будем оставлять теленка или нет, еще пока не знаю. Я иду домой одеваться, потому что я вот выбежала, видите, с голыми ногами. Вот они, дозёшки, матрёшки. Вот. В общем, как была в майке, в домашней, и куртку накинул, и бегом побежал. Холодно. Пойду штаны одену и фонарь возьму, а то этот сел. Возьму другой фонарь. Ну и будем готовиться к дойке. Так, друзья мои. В общем, бегала тут телефоном, пока туда-сюда, и решила, что снимать ролик в момент дойки это будет очень проблематично, поэтому я включила стрим. Те, кто стрим еще не успел посмотреть, а также ими присутствовал, вот здесь сверху у вас выскочит сейчас ссылочка на этот стрим, и внизу в описании вы можете посмотреть эту кориду, как мы ее первый раз доили. Ну, в общем, я хочу сказать, что ничего, все прошло нормально, и малой там лучше меня справляется, но я сдоила все, что как бы все, что было. Вот. По советам товарищи, которые присутствовали на стриме, и посоветовали, значит, мне заварить укроп, мед и сахар. Значит, воду мы с сахаром уже давали, я, по-моему, показывала. Я уже забыла, что я показывала, что не показывала. Собрала дома весь укроп, который был. Вот оно, ведро. Вот, заварила ей укроп, и меду нашла чуть-чуть. Ну, что было, все сложила, в общем, ведро, все заварила. Сейчас мы ее попоим и будем ждать, пока отойдет послед. Вот когда торопишься, волнуешься, все время забываешь что-нибудь самое важное снять. В общем, отдали мы это ведро с укропом. Она его выпила, даже не поморщилась. Мне говорили, что она может из-за запаха не пить его, из-за того, что укропом пахнет. В общем, она все выхлебала и даже и не моргнула глазом. Но сейчас я хочу поздравить свою ромашку. Ромаха Батьковна, я хочу вас поздравить официально. Сегодня вы стали бабушкой. Бабушка Ромашка. Смотри, это твоя дочка. А вон та присосочка на сиське висит, это твой внук. Так что, мадам, я вас поздравляю. Ну да, логично. Да. Так, ну послед у нас потихоньку отходит. Потихоньку отходит. Вот она, присоска на сиське. Да.
А, и мы пойдем домой, надо хотя бы поесть или чаю хотя бы перекусить, попить. Сейчас будем приходить сюда каждые там минут 15-20, следить, как последствия. И, кстати, для тех, кому интересно, хочу показать. У меня, помните, я вам рассадник Георгиновой показывала? Он у меня вот здесь, вот дверь. То есть он там, девчонки. Вот тут у меня у нас курятник бывший, а вот тут дверь в рассадник. Вот так заглянем одним глазком. Вот, свет уже Станислав Юрьевич выключил. Вот здесь вот внизу у меня светильники. Ну, у меня обычные такие светильники, кто-то спрашивал. На таймере стоит. Черенки мои освещают. Вот черенки, которые мы черенковали в прошлый раз. А здесь вот наверху стоят мои обстриженные георгины. Ну, вот они опять там поросли надавали, надо будет стричь. Ну, в понедельник займусь. Так что вот здесь вот у меня, так сказать, прямо рядом с коровами Юлина лаборатория. Так, ну все, пошли мы чайку попьем. Время 10 часов. Смотрите, какая у нас мимимишность. Чё, мамашка, греешь? Наскакались, набегались. А послед-то где, мадам? Вот дети. Набегались, наскакались, мамку на терроризировали и дрыхнуть. Что? Ну что? И спит. Хольбахный. Так. Сейчас посмотрю, что там с последом. Вы знаете, я за свою жизнь никогда не видела, как спят коровы. Вот ни разу не видела. К ним пройдешь, они всегда начеку. Я знаю, что они крепко так спят где-то часа 3 в сутки. И еще немножко иногда дремлют. Ну, как только дверь в коровник открывается, они тут же вскакивают. А вот тут я первый раз вижу, как спит маленькая коровка. Маленький бычок. И дрыхнет, сопит в две дырки. И неудобно ему лежать. Смотрите, голову как-то сделал. И лежать ему неудобно. А прям я слышу, как он сопит. Ну, а что, последа пока нет. Ждем. Пока, в общем, жду. Тут подежурю у нее немножко. И пойду в георгинах поковыряюсь. Хорошо, что рядышком. На завтра соберу деленки, которые в Москву повезу, которые заказали. Пошла собирать. Знаете, что я хочу сказать? Что все очень происходит быстро. Прошло всего, я не знаю, ну, может, 5, ну, от силы 7 минут. Вот я только 2 корешка успела достать. И слышал, что корова заорала. Ну, побежала. Ё-моё, представляете, в соседнем, блин, загоне, можно сказать, была. И ни хрена не успела. Ромаш, да ты куда собралась? И не успела. Слышала, заорала, вскочила. Пробежала, а уже тут все вывалилось. Тихо-тихо, не пленайся. Все, отошло у нас. Так, надо забрать. Отдай сюда. Отдай, не ори на меня. Нет, не дам тебе. И Стас, как всегда. Дай сюда. Одну руку. Опа, все. Так, ладно, из загона мне выгребите. Сейчас. Станислав Юрьевич, а задачу. Все, отошел послед, слава богу. Слава богу, вот он. Тут, правда, весь. Так, сейчас я дверь на всякий случай закрою, чтобы у меня шпана это не выскочила. И мамаша за ней. То мамаша у нас любительница гулять. Господи, простите, все трясется одной рукой. Неудобно. Ну ладно. Хорошо, что я была здесь. И не проморгала. А то бы она его съела. А меня в комментариях понапугали, что нельзя давать. Все. Теперь с спокойной душой можно идти дальше дела делать. До утренней дойки. Так, послед. Послед. Ну, можно собакам. Сейчас Стасу скажу, пускай он собакам его отдаст. Вот он. Ну, это, в общем, место, где был теленок. Все у нас вышло. Слава богу. Ну, ладно, не буду я тут на камере в нем ковыряться. Я сейчас так просто его рассмотрю сама поближе. Ну, вроде там он такой светленький. Все в порядке, значит, все вышло. А это деревенские ужасы для городских жителей. В общем, вот этот, вот эту штуку, походу, даже носить не придется. Ее коты захомячат по-любому. Коты у нас такие чистильщики. Все, что плохо лежит, все, что кто-то где-то там копыт откинул не в свое время, все подбирают. И мышей, конечно, тоже. Ну, раз мамка встала, можно и покушать. Ну, такой прожорливый. Я, кстати, заметила, что бычки более прожорливые, чем телочки. Ну, и нехай себе мамку дербанит. После последа еще вот такие всякие будут, ну, как сказать, сопли. Ну, в общем, она будет еще несколько дней чиститься.
В общем, вот такой сегодня день. В комментариях сегодня прочла, один зритель написал мне: «Юля, почему вы всегда не причесанные?» Да потому что мне, блин, некогда. Когда, смотрите, когда мне тут причесываться? Это же вообще трэш. Когда мне тут причесываться? Юля, почему вы не причесанные? Безобразие. Надо было мне сначала кренделев наделать, а потом, так сказать, бежать у коровы послед отнимать. А то вдруг зритель увидит, что я не прочесанная. Ну ладно, это все, конечно, лирика. В общем, вот такой сегодня сумасшедший день, друзья мои. Еще меня ждут мои георгины. И батарейка в телефоне все равно садится. Сейчас она отключится. Ждут меня георгины. В общем, мне нужно подсобрать. В общем, подсобрать заказы на завтра. Плюс запаковать колбасу, разложить по заказам. Но раскладывать, наверное, уже буду с утра, потому что время уже, так, наверное, часов 11. Вот. Внизу в описании ссылка на магазин ВКонтакте, где есть всякие наши вкусные колбаски. Теперь, наверное, походу еще и теленок. Ну и, соответственно, мои георгины. Здесь и здесь вы у меня сможете увидеть что-нибудь интересненькое. А вот здесь подписаться на канал. Пальчиком так тык. И спасибо, что подписались. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую и всем пока.